космодроме «Восточный» состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-21А». Уже на следующий день на всех объектах космической инфраструктуры началась плановая работа по подготовке к следующему запуску. Я поздравляю всех работников космодромов России и всех работников космической отрасли. Всех тех, кто готовит и отправляет ракеты в космос. С новым вас 2019 годом! Счастья и здоровья вам и вашим близким! Сейчас аккумулятор подключим к солнечным батареям и запустим станцию. Есть контакт. Дорогие работники космодромов и все-все работники космической отрасли, исполнив роль нашего прославленного космонавта, дважды Героя Советского Союза Виктора Петровича Савиных, вам огромный поклон, Виктор Петрович, я понял, как нелегок и как благороден ваш труд. Дорогие друзья, коллеги, я поздравляю вас с новым 2019 годом и желаю, чтобы не только с Байконура, но и с Восточного наши прославленные ракеты летали не только на Луну, но и на Марс. Стоять! Дорогие космонавты и все работники космодрома, а также все, кто создают корабли и посылает их в космос, поздравляем вас с новым 2019 годом! А также все кошки планеты, а также пушистые артисты нашего театра, кошка Тилька, Стрелка, Ромашка, собачка Паштет, крокодил и знаменитый кот Борис желает вам счастья, радости, долгих жизней лет и шлют горячий мяу-мяу привет! Ребята, я поздравляю вас с успешным запуском с космодрома Восточного. Душою ваш, Павел Деревянко. А когда полетите на Луну, не забудьте взять и нас с кошками с собой. Ну, а я в следующем году всегда буду с удовольствием озвучивать репортажи, фильмы, ролики о вашем нелегком труде. Ну и стихи. И как всегда, от имени страны ракетчики готовность рапортуют. Их корабли надежны и верны. Счастливого пути вам и открытий. Как хорошо нам чувствовать и знать, что, породнившись на одной орбите, с любовью вас планета будет ждать. Ваш Сергей Чинишвили.